Так, Диволь, давай, осталось пару минут, выходим. В первую очередь движение. Самоотдача, единоборство, быть одной командой от начала до конца. Самое важное. Что бы ни случилось, как бы ни было тяжело на поле, терпеть и работать за себя и за партнера. Мы с вами. 90 минут сегодня проживем вместе, а дальше посмотрим, что из этого получилось. Верю в вас, знаю, что все получится. Подумали о хорошем. Вытащит матч, те и выиграют сегодня. Поэтому самое важное сейчас терпеть. Работать, терпеть, да, тяжело. Говорить о какой-то красоте в таких погодных условиях, в таком футболе сложно. Молодцы, забили, браво, в концовку, хороший стандарт. Еще чуть-чуть угловые маринеха наладить, чуть-чуть туда вот в створ. Хороший стандарт, и туда влетать, еще заминать, еще забьем. Второй тайм будет очень важен с точки зрения движения и командных действий. Тяжело, но победит та команда, которая будет единым целым, одним коллективом. Поэтому до конца терпеть и быть одной командой. И сзади Уля. Надежность, молодец, хороший эпизод. Где-то паузу придержи, дай им подышать.
больше доводите до краев. Есть возможность, особенно в ширину доводите, чтобы они один в один разбирались. Здесь не нужно много придумывать. Структурно расставились, вышли за счет опорников, продвижения и во фланг. Давай, терпим, дышим, отдыхаем, погнали. Давай. Идем, пока судья не свистит, не выходим. Пока водичку в туалет сходили, умылись. Давай, давай. Надо еще. Посильнее, Маша, потряси. Расслабься, такую потряси. Да, это гриб погадит чуть-чуть. Подай еще. У нас крайний защитник идет встречать. Соответственно, здесь образовывается зон. Смещайтесь чуть ближе сюда. Ближайший защитник. Вот эту зону пришли, потому что либо в стенку отыгрывают, сюда бегут, когда пара зонок шишковала, либо может из губы, она получает, из губы не могут это делать. Как не скучно силой, а? Как не скучно силой. Через не могу. Ну не надо, через не могу, надо просто меньше внимания. И то же самое терпеть. Сколько есть сил, работы, дальше ничего не стесняется, ручку поднимаем, если надо. Понятно, есть замена, сыграем, сработает. Сейчас терпеть работу структуры. Как только понимаешь, что уже все тяжело, не в ресурсе, ручку поднимаем, готовим замену. Окей? Давай, погнали. Можно не выбирать. Это я. Ничего не поняла. И до 11 номера, чтобы они не доводили, пусть не чай поднимается в 11-го, прям ближе там в прием. На левом фланге. Все остальное молодцы, хорошо, хорошие моменты. Внимание, качество вот здесь вот. Давай. Кара, давай впереди еще момент. Да. Еще момент. Давай забьем. Хороший эпизод. Поднажать. Да. Давай, до гола поднажать, потом выбираем. Ну все, давай, давай, забить хорошо. Можем. Давай. Давай, Диуля, погнали, оставляемся на шаут здесь. Ищи в ширину, ясно? Лучше до этого. Обязательно. Не надо ширину держать. Уже, блядь, такая игра, что здесь уже тяжело. Надо просто уже заходить, компактность вот здесь, понятно? Просто терпеть и работать. Мика! Вик! Маленечко. Давай, хорош. Лена, переходи, Лена, высоту один, высоту, 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 сейчас можно уже до массаж идти. Сейчас уже можно. Да! Короче, вам никак не гонится. Я уже просто набираюсь, коробку.
Давай, давай, кружок, быстрее, быстрее, пойдем уже восстанавливаться в раздевалку. Всегда нужно играть на победу, всегда нужно играть на первое место, всегда должны стараться забрать 3 очка и победить. Сегодня начали так себе, 0-1, но молодцы, характер, вот она сила духа. Молодцы, 4-1 победа. Кэп твое. Второе место! Отстой! Второе место! Отстой!